Строительство Вологодского подшипникового завода, крупнейшего в Европе, еще только начиналось, а для него уже готовились специалисты. Более 800 будущих рабочих обучит профессионально-техническое училище, созданное при строящемся заводе. Учащиеся детально изучают весь процесс сложного производства. Подготовкой металлографов руководит Нина Никитична Шаганова, главный металлург завода. 28 сентября 1970 года войдет в историю завода. В этот день был собран первый вологодский подшипник в учебно-производственном цехе училища, а вскоре будет пущена первая очередь комплекса мощностью в 10 миллионов подшипников в год. Пуск первой очереди вологодского подшипникового завода строители и монтажники посвящают 24-му съезду партии.